it's about the way. The way is the way you think. Для этого и приехали сюда. Ребят, ребят, подвезите, в Ригу подвезете? Стань в Ригу подвезете? Конечно, там what do you say about the organization? I think it looks awesome. I could live awesome. Here. I could live here. Kindergarten for runners. Yeah. Вон ребята, они могут вести нас до Риги. Ребят, старый город. Даша, ваши впечатления о Риге? Красиво. Мои впечатления о Риге. Самый дорогой кофе в моей жизни. Пожить в Риге месяц. Для них путь – это работа. Это оно? Это здесь будет старт.
пишет и стартует завтра марафон, полумарафон. Ну, а кто-то десяточку так разомнется и домой. Все-таки дорога для кого-то – это работа. My friend said that you have free ice cream. Yeah. Thanks. Реально готовится к марафону. А для кого-то это просто шутка. Для кого ж, для кого? Минск вот там. Вот здесь вот старт. И побежим вот туда. А что произойдет дальше, я не знаю. Я, у меня подготовка. You're hungry, but good things come with waiting. Какой путешественник круче всего? Советский или современный? Конечно, советский. У него не было ни навигаторов, он умеет по мху ориентироваться, север, юг и запад. Да не повезем мы тебя в Ригу, уже хватит за нами ходить. Подожди, подожди, я подумаю, что такое путь, пока буду бежать. Пока будешь бежать свой 21 километр, Паша, подумай, что для тебя такое 21 километр в рамках твоего жизненного пути. А когда будет ответ, я тебя найду, ты меня привезешь в Ригу. Инга, что для вас путь? Личный рост, это продвижение, это прогресс, удовольствие, это результат. Море. Даша, что такое путь? Хороший вопрос на всю жизнь.
Сейчас для меня это время понять, кто ты есть. Путь к себе. Прислушиваешься к себе. Каждый момент. Я думаю, ты на верном пути. Это 365 челлендж на Балтийском берегу. Как приятно иногда разнообразить дисциплину приключениями. Тогда вроде и дисциплина не дисциплина, а приключения приключения.